Всем доброго дня. Меня зовут Оксана. Я инструктор групповых программ сети GoFitness. И сейчас у нас с вами будет тренировка под названием «Фитнес-офф». Тренировка на все основные мышечные группы всего тела с мягкой нагрузкой на суставы и позвоночник. Начнем с разминки. Ставьте ноги ширина ваших плеч. Колени чуть согнуты. В одной проекции с носками коленных суставов. Ягодицы сожмите, живот глубоко втяните, ребра закройте, то есть напрягите мышцы живота. И начиная с вращения плечами, дышите, сводим лопатки к центру спины еще. 4, 3, 2 и вперед вращение. 4, 3, 2 Далее разводим руки в сторону. Медленно развели, медленно собираем, поворачиваем большие пальцы назад, собираем руки друг к другу, вдох, и добавьте скручивание спины, шею и грудном отделе позвоночника. Чуть быстрее, вдох и выдох. И еще 4. Также быстрее. 8, 7, 6, 5, 4 еще 3, 2 Руки кладем на передней поверхности бедер. Таз откроется назад и на пол. Остаемся, скручиваемся спиной, выпрямляемся. Выдох. Держите мышцы живота. Напряжение. Чуть быстрее. 8, 7 Более как вижу у нас с вами грудной отдел позвоночника. 4, 3, 2 И полностью ролл ап вверх, как скручиваем позвонок и вверх. Далее приседаем. Таз подаем назад, колени сгибаем по линии носков вперед и медленно приседаем на вдох, на выдох, вырастаем вверх, вдох и выдох. Приседаем, останавливаемся, руки на выдох, выпрямляем ноги на вдох, снова приседаем, руки на бедра, ноги выпрямляем. Повороты корпуса в грудном отделе позвоночника. 4, 3, 2 Разгибайте руку по диагонали. Добавьте поворот ноги, стопы, колено и таза. Вытягиваем по диагонали к потолку. Еще 4, 3, 2 Внимание, медленно к потолку и скрутили в пол. Также в другую сторону, к потолку и скрутили в пол. Еще 4, 3, 2 И финальный раз. Ширине вашего таза, носки и колени направлены вперед, колени чуть согнуты. Подаем таз назад, сгибаем корпус в тазобедренных суставах. Спина, позвоночник имеет прямую линию. Вдох и выдох. Вдох и выдох.
одинаковым со своим наклоном. Добавим разгибание правой ноги, касаемся пальцами пола, ставим под таз и разгибаем корпус тазобедренный сустав. Также с левой ногой. Повторяем правое. И левый. Руки вертикально вдоль ног. У нас вытянуты. Посмотрите на следующий повтор. Вместе со мной добавляем тягу. Сводим лопатки к центру спины. Вдох. Выдох. Повторим еще 4 раза. 4. Смена. Еще 3 повтора. 2. Хорошо. Далее у нас с вами отведение ноги в сторону. Руки разводим в этой же плоскости в сторону. Медленно. 2 вдоха. Поехали. Выдох. 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 И вдох. Тяните слегка носок. Напряжены ягодицы, мышцы живота. И еще 4 повтора. 3, 2. Заключительный. Далее выдох. Делаем шаг на полупальца назад. Сгибаем обе ноги в коленях. Разгибаем и шагаем обратно. Делаем левый ногой шаг назад. Сгибаем обе ноги в коленях. Разгибаем и шаг обратно. Следите, чтобы колено за пределы носка у вас выходило при сгибании. В основном вес тела распределяете на впереди стоящей ноги. Добавим с вами подъем руки вертикально вверх. Вдох. И в правую сторону и с прямостным наклоном
таза, полог, пружина. Пружина медленная. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Хорошо. Далее колено опустите, талию ноги под тазобедренный сустав и разгибая ногу, та, что перед вами, правда. Выдох и вдох. Выдох и вдох. Можно руки поставить на переднюю поверхность бедра. Сохраняйте баланс тела. 4, 3, 2. Заключительный раз. Снова сгибаем. Поднимаем колени с ног, ставим ногу ближе под тазобедренный сустав и без тела переносим на левую ногу. Вырастаем. Подаем таз назад. И сгибаем корпус в тазобедренный сустав. Вдох. И сохраняем прямую спину. Тянемся за копчиком назад и за макушкой вперед. Заключительный раз. Поворот. Ноги шире плеч. Выход снова на левую ногу. И здесь нужно смотреть, поворачиваемся к потолку, смотрим за рукой вверх, вдох, на одну выдох, вдох и выдох. Достаточно. Поворачиваемся на левую сторону, стопы, корпус, сохраняйте прямую спину на ладони и кружением спокойно тряхнем таз пол. И дышим. Выдох. Опускаем колени за спиной на пол. Разгибаем ногу перед собой левую. Тяните на себя стопу от пятки. Сохраняйте прямую спину. На пол вы можете поставить руки на переднюю поверхность бедра. Выдох. Разгибаем выдох. 4, 3, 2. Хорошо. Согнули ногу. Подняли колено спиной. Поставили правую стопу ближе. Вот тазобедренный сустав. Здесь сделали на ягодице. И подаем таз назад. Сгибаем корпус. Тазобедренный сустав. И дышим. Вдох. И выдох.
тяги специально напрягайте мышцы спины. Сводите лопатки в центр. Руки, локти сгибаем вдоль корпуса назад. Подаем раз назад, разогнем. Двумя руками тяга. Выпрямляем. В одной руке. Четыре. Три. Два. Ставим стопу на тазобедренный сустав и раскрываем корпус. Итак, ногу разогнем. Двумя руками тяга. Лопатки сильно выпрямляем. Еще и чуть добавляем ротацию. Это поворот в грудном отделе позвоночника. Добавим сгибание корпуса к одноименному колену.
Панька колено и поворот. Ротация. Поворот на выдох. Вдох. Сделаем еще два раза. И заключительный. Хорошо. Следующее у нас с вами упражнение выхода. Выходы будут шаги назад. Исходное положение ноги ширина таза. Носки колени направлены вперед. Пупок подтянут. Спина прямая. Руки будут покатаны за бедренным суставом. С правой ноги делаем шаг на полупальце. Обе ноги в колени сгибаем и шаг обратно. Вдох и выдох. Медленный шаг. Сгибаем ноги в колени и на выдох возвращаемся. Следите, чтобы сгибание колена находилось над стопой. Направляйтесь также по вертикали в пол колено, которое за спиной, да? Ноги. Хорошо. Шаг делаем и добавляем подругу вперед. И подъем руки. Вдох. И выдох. И выдох. Далее мы с вами добавим тягу. Лопатки. Вдох, выдох. Чуть побыстрее. Выдох. Сводите лопатки в центр спины. Далее мы добавляем с вами отведение ноги в сторону. Опять же, выпад и шаг обратно. Выпад, тяга, отведение ноги в сторону, выпад. Здесь вместе и шаг обратно. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох и выдох. Тяга, отведение ноги в сторону. Давай подъем. Вертикальный и тягу вертикально. Горизонтально. И вертикально. Хорошо.
повторим еще 4 раза. Тяга горизонтальная, отведение, тяга вертикальная. Еще 3. Выдох. Еще 2. И закручиваем. Закручиваем. Далее мы встаем с вами на краю мата. Лицо к мату. Ноги ширина таза. Носки колени направлены вперед. Ролл. Даун. Вдох. Скручиваем все. Выдох. Позвонок к позвонку. Ставим руки на пол, колени согнуты так, чтобы вы достали ладонями до пола. Приподнимите голову, спину нужно выровнять в одну линию позвоночника. И переносим вес тела постепенно на руки, идем 4 шага. Ставим ширина мата руки. Толкнулись и выпрямили спину. Грудной отдел выпрямили, приближаем живот, ребра к бедрам, копчик вытягивает потолку, закрышку устраивает поясничные позвонки, грудные, шейные, все в одну линию, плечи, лопатки вверх, локти поворачиваем внутрь к голове и пяточки к полу тянем. Но можно оставить колени также согнутыми. Дышим. Далее. Поднимаем голову, следом направляем вперед. И выходим в план. Опускаем колени. Ставим с вами локти под плечи. Закрываем ребра. Напрягаем мышцы живота. Клубок тянем поясницу. Ягодицы напряжены. Специально сжать их нужно. Поднимаем колени. Пятками тянемся назад к полу. Держим, дышим. Осталось 8 секунд. Колено опускаем на пол. Вытягиваемся с вами. К пяткам садимся, а лбом к полу опускаемся. 5 секунд еще отдыхаем. Приподнимаем голову. Планка. Далее у нас будет такая динамичная. Мы встаем также на колени, втягиваем живот, напрягаем ягодицы. И будем сгибать руки, спускаться на предплечье, разгибать руки, подниматься на запястье. Сгибать руки, спускаться на предплечье и выпрямлять руки, подниматься на запястье. Так, поехали медленно. Старайтесь, чтобы корпус был стабилизирован. Таз держим на месте. Локти опускаете точно под свои плечи. Мышцы живота и ягодицы напряжены. Заключительный раз. Опять же потянули сели пятку, лоб к полу опустите. Через 5 секунд, 4, 3, 2, 1, выход на запястье. Теперь запястье под плечи, пальцем вперед, напряжем живот, ягодицы сжаты, поднимаем колени и сгибаем колени точно под тазовые. И обратите внимание, низко к полу, да, колени сгибаем. Вдох. Выдох. Вдох. Осталось 2 повтора.
заключительный. Так, мы опять же сели, лоб опустили, отдохнули. Далее ложимся с вами на живот. Руки выпрямляем вперед вдоль головы. Живот нужно тянуть, ребра закрыть, ягодицы сжать. И далее мы с вами поднимаем обе ноги, сжимая ягодицы, обе руки. Голова у нас с вами расположена между рук в одной линии. На вдох, вдох, на выдох, полу вниз. На вдох, вертикально вверх, на выдох, вниз. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Держим. 7, 5. 3, 2, 1. Вдох, выдох, держим. Вдох, выдох, вдох и на выдох опускаем. Далее, вдох. И я добавляю сгибание руки, такую ротацию, опять же, небольшую. И опускаем. 4 раза получается, да? Поехали. Вдох и выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, и полу опускаю. Повторяем. Чуть быстрее. И еще 4, 3, 2. Пять секунд отдых. Дышим. Останавливаем дыхание. Далее поднимаем снова вертикально вверх обе ноги, обе руки. Разводим ноги в стороны. И быстрое сведение. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Далее ноги держим на полу, сгибаем колени. 5, 4, 3, 2. Сводим ноги, опускаем все в пол. Отдых 5 секунд. Снова поднимаем обе ноги, обе руки. Делаем поворот ротации. Далее развели ноги. Делаем удары. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сгибаем ноги в коленях. 5, 4, 3, 2, 1. Сводим ноги. Опускаемся. 5 секунд. Отдых снова. И еще раз повторим. Приготовились. Поворот. Выдох. Вдох. Остановились. Ноги развели. И удар. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сгибаем. 5, 4, 3, 2, 1. Ноги собрали. Руки ставим с вами за место под плечи. Немножко живота и ягодиц. Отжались вверх. Пятку сели. Отдохнули. И приготовились к отжиманию. Руки ставим с вами под плечи. Или можно на ширину мата поставить. Пальцы рук вперед. Живот напряжен, ягодицы сжат. И два круга. Отжимание, вдох,
сгибаем в стороны и слегка по диагонали. Вдох и выдох. Грудь опускаем между больших пальцев. Отдых 5 секунд. Опять же садитесь к пяткам, лоб опускаете к полу. Далее. Чуть более сложнее. Будем добавлять шаг в сторону. То есть отжимание. Шаг в сторону. Отжимание. Шаг обратно. Отжимание. Шаг другой рукой в сторону. Отжимание. Отжимание. Руки поставьте под плечи, локти по корпусу. Шаг в сторону. Локти направляем в сторону. Шаг обратно. Локти сгибаем по корпусу. Шаг левой рукой в сторону. И сгибаем руки в сторону. По корпусу. Шаг в сторону. Отжимание. Локти в сторону. Корпусу, шаг в сторону и локти. Отдых опять. Садитесь к пяткам, лоб к полу. Дышим. Поднимаем воздух. Снова отжимание. Сгибаем локти по корпусу. Вдох. И добавляем подъем колен. Держим 3 секунды, 2, 1. Опускаем. Отжимание. Поднимаем колени. Держим. Опускаем колени. 3, 2, 1. Колено снизу сгибаем и проверяем, чтобы у вас одна линия, одна плоскость были локтевой сустав, колени и стопа. Значит, мы будем поднимать таз. Поехали. Вдох и выдох. Следите, чтобы было всегда расстояние от корпуса до руки. И плечо над локтевым суставом. Поднимаем, держим. 3, 2, 1. Опускаем. Далее добавим сами скручивания. Далее подняли таз и 8 скручиваем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ложимся на эту сторону и далее опять же в одной линии можно лежать. Ягодицы напряжены, живот, мышцы живота напряжены, пупок тянут. Подъем вертикальный, ног. Выдох.
и вдох медленно. Выдох и на каждую 8, 7. Обратите внимание, ваши пальцы стоп соедините уже. 4, 3. Выдох и вдох. Держим верхние точки. 3, 2, 1. Сразу. 3, 2, 1. Задержите верхние точки, разведите ноги. И ногой сверху рисуем. 10, 9, 8, 7. Держите таз в стабилизации, то есть на месте. Только ногой. Другую сторону. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ногой туда, что снизу. Бей удар. 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Закончили. Опускаем. Далее мы поднимаемся и переворачиваемся на другую сторону. Локоть поставьте под плечо. Согните ногу в колени. Поверьте, что у вас одна линия. Корпус приподнят. И вдох. Медленно два вдох. Выдох. Еще 3 раза. Усложняем, добавляем скручивание грудного отдела позвоночника. Вдох, выдох. Еще 2 раза. Еще 1. Далее таз поднимаем, держим его. И 8 скручиваем. 8, 7. Вдох, выдох. 4, 3, 2. Опускаем таз. Ложимся на одну линию. Боковую, это же страх. И будет подъем ног вертикально. Ваши пальцы соединены. Медленно. 2 вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Каждый счет. 8, 7, 6, 5. Напрягайте бедра, напрягайте мышцы живота, ягодицы. Держим 3, 2, 1. Семь,
ложимся спиной. Поддерживаемся под бедра. Позвоночник с позвонком. Скручиваемся, ложимся. Лопатки собираем. Центр спины. Стопы ставим на ширине таза. Носки и колени направлены в одной линии, в одной плоскости. Пятки поставьте под колени. Ягодичный мозг. Мы с вами начинаем движение с подъема таза. Сжимаем ягодицы. Втягиваем живот. Ребра закрываем. Бедра напряжены. Колени держим. Параллельно подходим. И опускаем. Вдох. С выдохом. Сжимаем ягодицы. Напрягаем мышцы живота. На вдох. Опускаем. Выдох. Выдох.
череды, один повтор по центру, один по диагонали. Один повтор снова в центр, другой по диагонали, снова по центру, по диагонали. И еще. Достаточно. Выпрямили ноги, а руки только тянули в одну линию. Сделали глубокий вдох, выдох. Возьмите правое колено, стопу вращайте. В другую сторону. Выпрямляем ногу под коленом, держим. Спина прямая. Нога левого прижата также к полу и напряжена. Поднимите полу, потяните спину. Согните ногу в колени. Стопы бедро, обе ноги к себе. Голову верните к полу. Растягиваем ягодицу. Далее. Разведите обе ноги в стороны. Держите под колени с стороны бедра. Обращайте двумя стопами сразу, так же другую сторону. Соберите обе ноги, согните колени. Правую выпрямляем на полу, левое колено на рукав. Опять же с тобой возвращаем. Другое колено. Выпрямляем на колено, держим. Тяните на стопу себя. Голову тяните с правой ноги. Согните ногу в колени. Стопы на бедро. Под бедром захват, вот. Хорошо, обе. Оба колена соединили. Опустите колени в голову и отвернитесь в разноименную сторону. Расслабленный живот. Поменяйте также направление. Взгляд направлен на ладонь, на ладошку, поднимите колени. Скручиваем, садимся, голова опущена вниз, крутите шею, грудными кулаками, поясничными, выпрямились, переворачиваемся на колени, руки под плечи, колени под таз, сделайте несколько раз скручивание кошки, выдох. Далее выпрямляем колени, собаками вниз. Ведем руками к стопам, подходим медленно. Ролл-ап, скручиваем вверх. Позвоночник. Разведите. Поставьте ноги чуть шире, разведите руки в стопы. Сделайте боковой наклон. Повернитесь так.